3 минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. Тема эфира сегодня – субсидиарная ответственность. На электронный адрес проекта пришло письмо от нашего телезрителя. Здравствуйте. Я являюсь директором организации, но абсолютно все основные решения по деятельности фирмы принимает общее собрание учредителей. Буду ли я нести субсидиарную ответственность в случае банкротства? Ответ у нашего эксперта, заведующей специализированной юридической консультацией по обслуживанию субъектов хозяйствования города Гомеля Светланы Якимик. Светлана Владимировна, здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте. Чтобы ответить на такой вопрос телезрителю, необходимо, наверное, вообще рассказать о том, что такое субсидиарная ответственность. Субсидиарная ответственность – это когда на учредителя, директора возлагается обязанность погасить долги общества или организации, когда сама организация погасить такие долги уже не в состоянии. И существуют базовые условия привлечения к субсидиарной ответственности. Это банкротство, недостаточность имущества организации для погашения задолженности, а также у привлекаемых лиц должно быть право давать обязательные указания такой организации, либо обществу, либо иным способом определять действия этой организации. И вот четвертое условие – это наличие причинно-следственной связи между действиями таких лиц и банкротством. Да, оно является таким, скажем, самым трудоемко доказываемым, да. И вот в данном случае, отвечая на этот вопрос, если именно учредители определяли деятельность общества и выносили такие решения, которые привели к банкротству, то они будут нести субсидиарную ответственность. А вот если директору в судебном разбирательстве и судебном заседании удастся доказать, что именно его действия никак не влияли на деятельность общества и не привели к банкротству, то ему, возможно, может быть и будет такая возможность избежать этой ответственности. Но опять же, все подлежит доказыванию. Спасибо, Светлана Владимировна. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.